Добрый день, приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня мы с вами будем готовить банановое эскимо. Для этого нам потребуется 2 банана, у меня вот такие вот небольшие, 100 грамм шоколада, 1 плитка, 1,5 столовые ложки подсолнечного масла без запаха, дробленый орех, у меня арахис, можно грецкий, любой можно. И вот такая вот посыпочка кондитерская у меня цветная. Также нам потребуются вот такие вот шпажечки, 4 штучки на 2 бананчика. И тарелочка в пленочке, я обвернула тарелку в пленку. Так, первым делом нам нужно разрезать наши бананчики пополам. Если у вас большие бананы, тогда их можно разрезать на 3 части. И вот эти вот наши шпажечки мы засовываем в банан. И ложим на вот эту вот нашу тарелочку, которая обмотана пленкой. И нам надо будет их сейчас поставить в морозилку где-то на полчасика примерно. Все, ложим их в морозилку на полчаса. Пока наши бананчики еще в морозилке, мы сейчас будем топить шоколад. Я топлю шоколад в микроволновке. Для того, чтобы растопить шоколад, нам его нужно мелко поломать. Микроволновку поставить мощность сначала 300, потом 400-450, ну, смотря по вашей микроволновке. И каждые 30 секунд доставать и перемешивать до полного его растворения. Наш шоколад растопился. Теперь мы сюда добавляем наше подсолнечное масло и быстро перемешиваем. Теперь мы можем доставать наши бананы. Вот мы достали наши бананы. Теперь нам нужно работать очень быстро. Мы берем еще одну тарелочку, обмотанную в нашу в пленку пищевую. Берем банан. Аккуратненько обмакиваем весь наш банан в шоколад. Чтобы он весь был в шоколадике. Он очень хорошо ложится, шоколад, на наш холодненький бананчик. И ставим на тарелочку, которую мы будем сейчас опять ложить в холодильник. Со всеми следующими бананчиками мы поступаем точно так же. Второй бананчик мы украсим орешками. Вот такие вот у нас получились бананчики. И теперь мы их ставим опять в заморозку на полчасика где-то примерно. Прошло полчаса, мы вытащили наше мороженое, переложили его на сухую тарелочку. И вот так его можно подавать и взрослым, и детям. Еще можно его завернуть в фольгу. Вот так, взять кусочек фольги. Вот так его завернуть, и тогда у нас получится как настоящее магазинное эскимо. Так что готовьте с удовольствием, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго!